are so sweet. Dancing to the beat. There's a meat market down the street. Сейчас мы продолжаем этот нашу прогулку по этой линии. Заворачиваем за угол, смотрите направо, смотрите налево, идите наоборот, направо, потом налево, назад. Вот за нами едут инспекторы муниципальные, они нас сопровождают, так сказать, официальный экскорт. Спасибо. Я тебя тоже очень-очень люблю. Я тебя люблю очень-очень. Очень-очень. Я вас тоже очень-очень люблю. Итак, мы находимся приблизительно на высоте 3000 метров. По просьбе и умолениям многочисленным и многократным группы бразильцев, которые просто так рвались сюда приехать и посмотреть эти великолепные пейзажи. Я уже знал, что их ожидает, но единственным инкогнитом для меня всегда оставалось, что же их все это привлекает. Эти камни, там глыбы, там Зорро вот там здесь был, оставил свою метку. Банях Моралес, деревня, состоящая из 5-4 домиков. Рассказ о том, от чего появились эти следы. В момент, когда строился этот дом, в общем, я такой гордый был, что своими руками этот цемент там засыпал и все это сделал, и подумал, нужно это оставить для истории. Поэтому я просто-напросто взял и прилепил мои руки. А у меня был кот. Черный, с белым галстуком и белыми лапами. И он такой любопытный, стоял, смотрел, думаю, что это люблю руками, и он тоже свои лапы тоже оставил. На всякий случай, я так думаю. Вот таким образом и запечатлилось. Руки мои, как в Голливуде. И лапы кота. For you if you were born.
начинается с Сабояра. Приблизительное время нашего полета около 10 минут. Погода стоит отличная, безоблачно. Очень-очень.